Sanatanam Pavan Ebyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion, and we're on chapter 4, Devotional Service Surpasses Liberation. Итак, мы читаем «Нектар преданности», главу 4, которая называется «Превосходство преданного служения над любыми формами освобождения». Srila Rupa Goswami is giving us evidence from different scriptures to show how devotional service is far beyond liberation. Srila Rupa Goswami приводит нам цитаты из различных священных писаний, подтверждающих то, что преданное служение стоит гораздо выше освобождения. You can go ahead, Tatiana. В первой песне Шримад Бхагаватам 8.20 царица Кунти обращается к отъезжающему Господу Кришне с такой молитвой. Дорогой Кришна, ты так велик, что даже великие и стойкие в своих обетах ученые и парамахамсы, полностью освобожденные души, не могут постичь тебя. Если даже эти великие мудрецы, свободные от влияния материального бытия, не способны познать тебя, что говорить о нас, женщинах, существах менее разумных. Способны ли мы познать Твое величие? Как нам постичь Тебя? В этом стихе следует обратить внимание на то, что постичь личность Бога могут не великие освобожденные личности, а только Его преданные, подобные царице Кунти в ее смирении. Несмотря на то, что она была женщиной, которых обычно считают менее разумными, чем мужчины, она осознавала величие Кришны. В этом смысл данного стиха. So... Queen Kunti is addressing Lord Krishna after the battle of Kurukshetra, and Lord Krishna had protected her sons, and now Lord Krishna is preparing to go back to Dwarka. Здесь царица Кунти обращается к Господу Кришне после битвы на Курукшетре, когда Господь Кришна защитил ее сыновей, и теперь он собирается возвращаться обратно в Дварку. Krishna had also just protected the child in the womb of Uttara, who became Maharaj Parikshit. И также Господь Кришна защитил ребенка во чреве Уттары, Махараджа Парикшита. Ashwatthama had thrown the Brahmastra weapon against Maharaj Parikshit and tried to kill him because he didn't want any of the descendants of the Pandavas to remain. Ашватхама запустил свою брахмастру в Махараджу Парикшита, поскольку он хотел убить его с тем, чтобы, потому что он не хотел, чтобы на земле остался хотя бы один потомок Пандавов. So Queen Kunti is describing the glorious position of Lord Krishna, how the even great Paramahamsas are not able to understand him. И здесь царица Кунти прославляет величайшее положение Кришны, что даже она говорит о том, что даже парамахамсы не могут понять его. Парамахамса means swan-like persons, means they're completely detached from the material world and they're on the highest level of spiritual existence. Парамахамсы — это люди, подобные лебедям, то есть они находятся, это полностью освобожденные души, они находятся на очень высоком уровне духовного развития. They are described to be hamsa. Hamsa means swan, paramahamsa, supreme swan, swan-like person. Хамса — это лебедь, а парама — это высший, получается, парамахамса — тот, кто подобен лебедю. They're described like a swan because a swan knows the art how to take the milk. When milk and water are mixed, the swan can drink the milk and leave the water. И Парамахамса тот, кто подобен лебедю, потому что у лебедя есть такая способность, он может выпить молоко, когда оно смешано с водой, и оставить при этом воду. So Paramahamsas, they know the art of
utilizing the spiritual essence of everything and not taking part with the material substance. И у Парамахамс также есть такая способность извлекать из всего нектар, духовный нектар, оставляя материальные вещи. So although these persons are so great, very elevated souls, they're still not able to understand Krishna. Но несмотря на то, что эти личности были настолько возвышены, они все же не могли постичь Кришну. Because Krishna's inconceivable, he can only be known by devotion. Поскольку Кришна непостижим, его можно понять только благодаря преданности. But Queen Kunti, she understands her own position. She thinks, she said, I'm a less intelligent woman. Но царица Кунти понимала свое положение. Она понимала, что она неразумная женщина. Generally, women are inclined towards sense gratification, and they need to be protected. It's the duty of men to give protection to women. И обычно женщины, они больше склонны к чувственным наслаждениям, и поэтому они требуют защиты, и обязанностью мужчины является защищать женщин. Women are generally more kind and more compassionate, and sometimes that is that nature is taken advantage of by some men. Женщины обычно более добрые, более сострадательные, поэтому некоторые мужчины пользуются этим. So sometimes, often we see women are exploited and cheated by men of a low-class nature. И мы можем часто видеть, что женщин эксплуатируют и обманывают мужчины низкого сословия, низкие люди. So Queen Kunti understood the nature of women, and she understood herself to be less intelligent, but still she's a devotee, and she can understand Krishna. И царица Кунти понимала свое положение, она понимала, что она менее разумна, однако она была преданной Кришне. When I say she can understand Krishna, I mean that she understands he's the Supreme Lord, and she's offering her respects to him. И она понимала Кришну. Что значит, что она понимала Кришну? Это то, что когда она видела Верховного Господа, она выражала ему свое почтение. Krishna himself says in the Bhagavad Gita that only by devotion can be understood. И Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что меня можно понять только благодаря преданности. So Queen Kunti, she has this devotion. She's very great devotee of the Lord, and she's offering this prayer to the Lord. И царица Кунти великая преданная Господа Кришны, и она возносит эти молитвы ему. After she'd seen so many troubles in her life, she saw how Krishna had saved her family all the time. Time after time, Krishna was always there to give them protection and to give them shelter. И царица Кунти прошла через огромное количество трудностей. Она видела, как Кришна каждый раз спасал ее и ее семью. Previously, their home had been set on fire, but still, somehow they were able to survive. Их дом был подожжен, но каким-то образом, так или иначе, они спаслись, они выжили. And then Bhima had been given poison food, but he survived. Бхиме дали отравленную пищу, однако он выжил. And then the battle of Kurukshetra took place, and the Pandavas were greatly outnumbered. The number of soldiers fighting against them was much greater than their own side, but they were able to come out victorious. И затем произошла битва на Курукшетре, и на стороне
пандавов было гораздо меньше воинов, чем на стороне противника, но тем не менее они вышли победителями в этой битве. And then after the battle, then Ashwatthama tries to kill the child in the womb of Uttara. И после битвы Ашватхама попытался убить ребенка в чреве Уттары. Uttara was the wife of Kunti's grandson Abhimanyu. И Уттара была женой внука Кунти Абхиманю. And she was carrying his child in her womb. И она носила его ребенка в чреве. And Ashwatthama tried to kill that child before it had even taken birth. И Ашватхама попытался убить своего ребенка до того, как он убить ее ребенка до того, как он родился. But Krishna saved her. And Kunti understood how kind Krishna had been and how great Krishna was and how merciful he was to his devotee. Но Кришна спас ее, и таким образом Кунти поняла, насколько Кришна добр и милостлив к своим преданным. Okay, so go ahead. Другой очень важный стих из первой песни Шримад Бхагаватам 7.10 называется «Атмарама Шлока». В Атмарама Шлоке говорится, что трансцендентные качества Господа Кришны привлекают даже тех, кто полностью очистился от материальной скверны. Смысл этого стиха в том, что у освобожденной души полностью отсутствует желание материального наслаждения. Она не имеет никаких материальных желаний и, тем не менее, не может устоять против желания постичь игры Господа и слушать о них. Отсюда следует, что величие Господа и его игры нематериальны. Иначе как бы они могли привлекать освобожденных людей, называемых атмарамами? Это главное, что можно понять из данного стиха. Okay, so the Atmarama Sloka, often mentioned, Lord Chaitanya was asked to explain the Atmarama Sloka by Sarvabhauma Bhattacharya and then again by Sanatana Goswami. Объяснить Атмарама Шлоку Кришну просили Сарвабхауму Бхаттачарья и Санатана Госвами. И Санатана Госвами. So it's a very interesting verse, and the impersonalists, the Mayavadis, they have great difficulty to explain this verse. Это очень интересный стих, и у имперсоналистов Майявади возникают сложности при объяснении данного стиха. Because for the impersonalist, their goal is to get liberation, and they think liberation means perfection. И для имперсоналистов, целью имперсоналистов является достичь освобождения, и освобождение для них значит совершенство. But this Atmarama Sloka states that even the liberated souls are attracted to hear about the transcendental qualities of Lord Krishna. Но в Атмарама Шлоке утверждается, что даже освобожденные души привлекаются слушанием истории о Господе Кришне. So they cannot explain why like this, that somebody is already liberated, but still they're attracted to know about the transcendental qualities of Krishna. И персоналисты не могут понять, почему же те, кто освобожден, до сих пор им интересно знать о трансцендентных качествах Кришны. And we see liberated souls like Sukadeva Goswami. He was fully liberated, he had no attraction to the material world. But when he heard the glories of Lord Krishna, he was very attracted. He wanted to hear more. И мы знаем, что такие великие освобожденные души, например, как Шукадева Госвами, которые не имели привязанности ко всему материальному, когда они слышат о Господе Кришне, когда Шукадева Госвами услышал о славе Кришне, он захотел услышать еще больше. And similarly, the four Kumaras were liberated souls. They were fully absorbed in the Brahman. They had no material desires at all.
И подобным же образом четыре кумара, они были полностью освобожденными душами, они были погружены в Брахман. И они не имели материальных желаний, ни одного материального желания. But when they went into the spiritual world and they met the Lord of Vaikuntha, then they experienced a change in their body and a change in their mind. Но когда они пришли в духовный мир и увидели Господа Вайкунтхи, они изменили свое мнение. Then they awakened a taste for devotional service. И они в них проснулся вкус к преданному служению. So these are very difficult things for Mayavadis to explain. They cannot understand the transcendental position of the Supreme Personality of Godhead. Это то, что очень сложно объяснить Майяваде. Они не могут понять трансцендентное положение Господа. But we understand that above liberation there is devotional service. Но мы понимаем, что над освобождением находится преданное служение. So just being liberated from material desire is not complete perfection. И просто освободиться от материальных желаний — это не полное совершенство. One has to go on from there. И человек должен продолжать идти выше. And you have to go on into devotional service. Вы должны продолжать действовать в преданном служении. So Lord Chaitanya, when he was asked to explain this Atmarama sloka by Sarvabhauma Bhattacharya, Lord Chaitanya said to him, "You explain it first, then I will explain it." И когда Сарвабхаума Бхаттачарья попросил Господа Чайтанью объяснить эту Атмарама шлоку, Господь Чайтанья сказал ему: "Сначала ты объясни, а потом я." So Sarvabhauma Bhattacharya was a great scholar. And he was a person much older than Lord Chaitanya. He was on the level of Lord Chaitanya's father. И Сарвабхаума Бхаттачарья был великим ученым, и он был гораздо старше, чем Господь Чайтанья. Он годился ему в отцы. And Sarvabhauma Bhattacharya was the head of the Jagannath Puri temple. He was the main authority there, and he would train the sannyasis in philosophy of the Vedanta. И Сарвабхаума Бхаттачарья был главой храма Джаганатхи, и он главой всех саньяси, он преподавал там философию Веданты. And it is described that in his before coming into the lila of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was actually Brihaspati. И говорится, что до того, как войти в лилу Господа Чайтанья, Сарвабхаума Бхаттачарья на самом деле был брихаспати. Different great personalities all came to take part in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Различные великие личности пришли принять участие в играх Господа Чайтанья Махапрабху. And we know many different great devotees came from the spiritual world also to take part in the pastimes of Lord Chaitanya. И мы также знаем, что множество великих преданных сошли из духовного мира, чтобы принять участие в играх Господа Чайтанья. Different gopis and cowherd boys, they came to take part in Lord Chaitanya's lila. В этих лилах спустились принять участие гопи и пастушки. But Sarvabhauma Bhattacharya, he was a Brihaspati. And Brihaspati is the spiritual master of the demigods. Но Сарвабхаума Бхаттачарья был Брихаспати, а Брихаспати — это духовный учитель полубогов. Гуру Махарадж, are you there?
So Sarvabhauma Bhattacharya, he explained the Atmarama Sloka, he explained each word in the verse and he gave deep meanings to each of the words. И Сарвабхаума Бхаттачарья объяснил Атмараму Шлоку, объяснил каждое слово в ней и дал глубокое значение каждого слова. And when Lord Chaitanya heard his explanation, he said, "Oh, very nice." He said, "You're really a great scholar." И когда Господь Чайтанья услышал его объяснение, он сказал, "Очень хорошо, вы великий ученый." And at that time, Lord Chaitanya said, "You must be Brihaspati, the guru of the demigods." И Господь Чайтанья сказал, должно быть, вы Брихаспати, гуру полубогов. Otherwise, how could you give such a deep explanation to the verse? Иначе как бы вы смогли дать столь глубокое объяснение этому стиху? But then Lord Chaitanya, who at that time was only 24 years old, a young man, he explained the verse. He went on to explain the verse in more than 60 different ways, without touching on any of the meanings which Sarvabhauma had given. И тогда Господь Чайтанья, которому было всего 24 года, он был очень молодым человеком, объяснил значение каждого слова 60 различными способами, отличными от тех способов, которые использовал Сарвабхаума Бхаттачарья. So Lord Chaitanya showed the Sarvabhauma Bhattacharya the real meaning of the verse, how devotional service is much greater than liberation. И таким образом Господь Чайтанья объяснил Сарвабхауме Бхаттачарье истинное значение этих слов и насколько и показал, насколько преданное служение превосходит освобождение. Because Atmarama, the word Atmarama means one who takes pleasure in the self. Поскольку слово Атмарама переводится как тот, кто находит удовлетворение в себе самом. Right, they're taking pleasure within the soul. Their pleasure is from within. They don't look for sense gratification. They're not thinking to enjoy material body or material life in any way. Это те, кто находит удовлетворение в себе, в своей душе. Они не ищут чувственных удовольствий, не ищут удовольствий в материальной жизни, в материальном пути. But when they hear about the pastimes of Lord Krishna and the qualities of Krishna, they become attracted to that. Но когда они слышат истории о Господе Кришне либо истории о его играх, они очень привлекаются ими. So this shows us that the pastimes of Krishna, descriptions of the qualities of Krishna, it is not material, it's on the highest transcendental level. И таким образом мы понимаем, что качества Кришны и деяния Господа Кришны, игры его, они находятся на трансцендентном уровне, не на материальном. Go ahead. Из всего сказанного явствует, что преданные не стремятся к освобождению в любой из его форм. Есть 5 форм освобождения, уже упоминавшихся ранее. Стать единым с Господом, жить на одной планете с Господом, обрести тело, подобное Господу, обладать теми же богатствами, что и Господь, иметь возможность постоянно общаться с Господом. Из этих 5 форм освобождение, та, что называется саючий, слияние с бытием Господа, меньше всего привлекает преданного. Другие 4, хотя и не вызывают у него желания достичь их, не противоречат идеалам преданного. Некоторые из них, кто достиг освобождения в одной из этих 4 форм, также могут развить в себе привязанность к Кришне и попасть на Галоку Вриндавана в духовном небе. Иначе говоря, те, кто уже поднялся на планеты Вайкунтхи и достиг одного из 4 видов освобождения, в некоторых случаях тоже могут развить в себе привязанность к Кришне и попасть на Кришналоку. So Prabhupada is pointing out that someone may go to Vaikuntha, they may be given liberation, one of the 4 kinds of liberation, and they go into Vaikuntha. И здесь Шрила Прабхупада отмечает, что человек может достичь одного из 4 видов освобождения и попасть на планету Вайкунтхи.
One kind of liberation which a devotee will never accept is sayujya, that process by which one merges into the spiritual existence. So that is not acceptable to a devotee. И одна форма, один вид освобождения, который преданный никогда не принимает, это союзе, слияние с бытием Господа. Это то, что преданного никогда не привлекает. Devotee doesn't want to go into the Brahma Jyoti. You go into the Brahma Jyoti, there's no activity there. It's very, very boring there. И преданный не хочет попасть в Брахма Джьоти. Это то место, где нет никакой деятельности, и там очень-очень скучно. But a devotee can accept the liberation into Vaikuntha. Но преданные могут they can accept Krishna? Or what? They can accept liberation into Vaikuntha. Но преданные могут принять освобождение на планетах Вайкунтхи. So in Vaikuntha, the rasa is generally to be a servant of Krishna. И раса в Вайкунтхе является быть слугой Кришны. There is no real friendship there in Vaikuntha, but the rasa is everyone's a servant of the Lord. И на Вайкунтхах нет истинной дружбы с Кришной, там есть раса служения Господу. Although you may have a body, you may have bodily features like the Lord, and you may be with Him in everything, but the mood is to be the servant. И хотя у вас может быть тело, подобное телу Господу, и внешние признаки, как у Господа, однако настроение там быть слугой. But Prabhupada points out that one may be in Vaikuntha and he may be attracted to Krishna. So they can leave Vaikuntha and they can go to Krishna in Goloka. Но Прабхупада отмечает, что те, кто находится на планетах Вайкунтхи, они могут развить привязанность к Кришне и отправиться на Голоку. The Goloka planet is the supreme planet in the spiritual world. Планета Голоки — это высшая планета в духовном мире. And if you can get into Goloka, then you can be Krishna's friend, or you could be Krishna's parent, or you could be Krishna's lover. Если вы попадаете на Голоку, то вы можете стать другом Кришны, стать родителем Кришны, либо стать возлюбленным Кришны. So you don't have to stay in Vaikuntha. Some people they're more attracted to Vishnu, they like the forearm form, but if you're attracted to Krishna, then you can go to Goloka. И некоторые люди привлекаются формой четырехрукой формой Вишну, и они остаются на планетах Вайкунтхи, но если вы привлекаетесь формой Кришны, то тогда вы идете на Голоку. Go ahead. Таким образом, те, кто достиг одной из четырех форм освобождения, могут продолжать свою эволюцию через различные стадии существования. Вначале они могут хотеть обрести богатство Кришны, но на зрелой стадии дремлющая в них любовь к Кришне, которая проявляется во Вриндаване, пробуждается в их сердце. Поэтому чистых преданных никогда не привлекает освобождение союзе, слияние со Всевышним. Однако остальные четыре формы освобождения они иногда могут считать благоприятными и принимать их. Yeah, go ahead. Из многих категорий преданных Верховной Личности Бога самым совершенным считается тот, кого привлекает изначальный образ Господа, Кришного Вриндавана. Такого преданного никогда не привлекают богатство Вайкунтхи или даже Двараки, столицы царства Кришны. Из этого Шри Рупа Госвами делает вывод, что преданные, которых привлекают игры Господа в Гокуле, в Вриндаване, являются самыми возвышенными. Okay, so Rupa Goswami is described like that, that the devotees who are attracted to Krishna and Vrindavan, they're the highest devotees. И здесь Рупа Госвами отмечает, что преданные, которых привлекает Кришна во Вриндаване, это категория высших преданных.
Because they in Vrindavan they can enjoy the different loving dealings of Lord Krishna. Поскольку во Вриндаване они могут наслаждаться различными любовными деяниями Господа Кришны. And these kind of dealings are never seen in Dwarka, or they're never seen in Mathura, but only in Vrindavan. И такого рода действия вы никогда не увидите в Двараке или Мадхуре, их можно увидеть только во Вриндаване. And if you go to Ayodhya also, you won't see these things, or if you're in the Vaikuntha planets, you won't see these things. The special things, special sweetness, which is only there in Vrindavan. Если вы отправитесь в Айодхью или на Вайкунтху, вы никогда не увидите всех этих вещей, но только во Вриндаване есть эта особая сладость. So devotee who is attracted to the mood of to Krishna's pastimes in Vrindavan and to who meditates on Krishna's pastimes in Vrindavan, he's considered the best, the top, on the topmost level of devotion. И преданный, которого привлекают игры Кришны во Вриндаване, считается преданным, который находится на самом высоком уровне. In Vrindavan, Krishna's pastimes are full of sweetness. Во Вриндаване игры Господа наполнены сладостью. Krishna will enjoy the company of his devotees. They will enjoy great intimacy. Krishna will embrace them, and they will have very wonderful, loving pastimes together. И во Вриндаване игры Господа наполнены очень близкими отношениями, и он там проводит самое лучшее время во Вриндаване. But in Dwarka or in other places outside Vrindavan, like you know, Ayodhya or Mathura even, you don't see the same mood. It's not the same. Но за пределами Вриндавана, в других местах, в Айодхе или в Мадхуре или в Двараке, вы этого не увидите, там совсем другое настроение. Now, Dwarka is a very opulent place, and Krishna had his palace there, and he lived there with all of his queens and all of his children. They all lived there. It was very opulent, but it's not equal to Vrindavan. И Дварака – это очень богатое место, и там Кришна живет своими женами, своими детьми, но Дварака не подобна Вриндавану. The more there is opulence, the less there is sweetness. Чем больше богатства, тем меньше сладости. And the more there is, in order to enjoy sweetness, you don't want to have the opulence. И чем больше вы наслаждаетесь этой сладостью, тем меньше вам хочется богатства. And you can see people who are very rich, may live very opulently, very luxuriously, but they don't have the same pleasure, they don't get the same satisfaction. Мы можем видеть, что люди, которые богаты, они живут в большой роскоши, в большом комфорте, но у них нет удовлетворения. The real happiness comes in simple living and high thinking. Истинное счастье приходит в простой жизни и возвышенном мышлении. So Krishna comes, he enjoys most in Vrindavan, his pastimes are most perfect in Vrindavan. И больше всего Кришна наслаждается во Вриндаване, там его игры наиболее совершенны. In Chaitanya Charitamrita it said, Krishna is perfect in Dwarka, he's more perfect in Mathura, but he is most perfect in Vrindavan. И в Chaitanya Charitamrita говорится, что Кришна игры Кришны самые лучшие в Двараке, но еще лучше игры Кришны в Мадхуре, и самыми замечательными являются игры Кришны во Вриндаване. So,
devotees enjoy very much the mood of Vrindavan, and we like to hear about Krishna's pastimes in Vrindavan. И преданные получают великое удовольствие от слушания об играх Кришны во Вриндаване. Go ahead. У преданного, привязанного к определенной форме Господа, не возникает желания переносить свою привязанность на другие его формы. К примеру, преданный Господа Рамачандры Хануман знал, что между Господом Рамачандрой и Господом Нараяной нет разницы, и тем не менее хотел служить только Господу Рамачандре, поскольку каждый преданный привязан к Господу по-своему. У Господа множество форм и образов, но все же Кришна является изначальной формой. Хотя все преданные, поклоняющиеся различным формам Господа, находятся на одном уровне, тем не менее считается, что преданные Господа Кришны возглавляют список преданных. All right, so devotee has, every devotee is attracted to a particular form of the Lord. Someone may be attracted to Lord Nrisingadev, someone is attracted to Lord Ramachandra, someone's attracted to Lord Chaitanya, someone's attracted to Krishna. И разные преданные привязаны к разным формам Господа. Некоторые преданные могут быть привязаны к форме Господа Нрисимхадева, кто-то привязан к Господу Рамачандре, кто-то привязан к Господу Чайтани, а кто-то привязан к Господу Кришне. The Lord displays different moods in his different forms. Господь проявляет различные настроения в своих разных формах. We see as Lord Ramachandra, he is the most perfect king, and he shows how to strictly follow the etiquette. He is known as a Maryada avatar, meaning the incarnation of etiquette. И Господь Рамачандра – это самый совершенный царь, который следует всем правилам и предписаниям. Он известен как Марьяда Аватар, аватар, который, воплощение которой следует этикету. His Lord Ramachandra very obedient to his father. Everything his father wanted him to do, he would immediately do it without question. И Господь Рамачандра был очень привязан к своему отцу, очень был послушен своему отцу, и что бы тот ни говорил, тот Господь Рамачандра выполнял это. He's very faithful and chaste to his wife. He only took one wife, had nothing to do with any other woman. И он был честен очень со своей женой, и у него была только одна жена, и он не имел никаких отношений с другими женщинами. And we see Lord Chaitanya, his mood is giving mercy to everyone. Lord Chaitanya is very merciful, very magnanimous. И мы знаем, что что настроение Господа Чайтаньи это было очень милостливое. Giving Krishna consciousness to very fallen souls, delivering Jagai and Madhai. Он был очень великодушен, и он раздавал сознание Кришны всем падшим душам, таким, например, как Джагай Мадхай. Giving the holy name without discrimination everywhere. Он повсюду раздавал святое имя, не делая никаких различий. And Lord Krishna is known as Lila Purushottam. He is the incarnation. Oh, well, he is the Lord himself who has come from the supreme abode in the spiritual world to display the pastimes of the spiritual world. И Господь Кришна известен как Лила Пурушоттама. Он является самим верховным Господом, который снизошел с духовного мира, чтобы явить свои трансцендентные духовные игры. Lord Krishna performs, for example, Rasa Lila, dancing with the gopis in the night. This is the pastime of the spiritual world. Например, такой была раса лила, это танец с гопи ночью, это игра духовного мира. In the spiritual world, the Lord is a cowherd boy, and he has a flute, and he's with the cows.
И в духовном мире Господь являет себя в форме пастушка, у которого есть флейта, и он и у него есть корова. So people wonder why Krishna has to come as a cowherd boy here in this world. Because in the spiritual world, that's how he lives. He's a cowherd boy. He enjoys being with the cows. И люди удивляются, почему же, и гадают, почему Господь приходит в этот мир как мальчик-пастушок. Это происходит потому, что в духовном мире его форма именно такая. Он наслаждается с обществом коров. He enjoys the company of the cows, and he also enjoys the company of the brahmanas. So when we offer prayers to Krishna, we say Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Lord Krishna, we worship Lord Krishna, who is very dear to the cows and the brahmanas. Господу Кришне очень нравится находиться в обществе коров и в обществе браманов. И мы знаем, что в этом стихе мы поклоняем... Этот стих, который Махарадж процитировал, говорит о том, что мы поклоняемся Господу, которому очень дороги коровы и браманы. All right, so we've come to the end of the fourth chapter. We can go on to chapter 5, the purity of devotional service. Итак, мы закончили главу четвертую и подошли к пятой главе, которая называется «Чистота преданного служения». Go ahead. Все предыдущие наставления, так ясно изложенные Шрилой Рупой Госвами, можно свести к следующему. Пока у человека сохраняется склонность к материальному наслаждению или желание слиться с духовным сиянием, доступ в сферу чистого преданного служения для него закрыт. Далее Рупа Госвами утверждает, что преданное служение трансцендентно ко всем материальным соображениям и не ограничено пределами одной страны, сословия, группы людей или какими-либо материальными обстоятельствами. Как говорится в Шримад-Бхагаватам, преданное служение трансцендентно и не имеет причины. Преданное служение не мотивировано ожиданием какой-то выгоды, и никакие материальные обстоятельства не в силах помешать ему. Оно открыто для всех без исключения и является изначальным, естественным занятием живых существ. So first of all, we want to understand that Srila Rupa Goswami is describing the nature of pure devotional service. И прежде всего мы должны понять, что Шрила Рупа Госвами описывает природу чистого преданного служения. There are different levels of pure devotional service. Существуют различные уровни чистого преданного служения. We know there are great devotees like Narada Muni and Vyasadeva, and then there are devotees also very great like Srila Prabhupada. Мы знаем таких великих преданных, как Нарада Муни или Вьясадева. Мы также знаем таких замечательных великих преданных, как Шрила Прабхупада. So, you know, we're not great devotees like them, but still we can try to do pure devotional service. Мы не такие великие преданные, как они, но тем не менее мы можем заниматься чистым преданным служением. At the very beginning of the book, Rupa Goswami gave the definition of pure devotional service. И в самом начале Рупа Госвами давал определение чистого преданного служения. Anya bilasita sunyam jnana karma janavritam anukuyena krishna nushilanam bhaktir uttamam. That the highest devotion is that which is performed where one has no material desire or desire for liberation. One will simply serve Krishna favorably as Krishna wants. И этот стих объясняет, что тот, кто занимается чистым преданным служением, не имеет материальных желаний, желания освобождения и стремится служить Кришне самым наилучшим образом. So Rupa Goswami says, if we still have some interest in material sense gratification, then we cannot do pure devotional service.
И Шрила Рупа Госвами объясняет, что если мы имеем желание к материальному наслаждению, то мы не можем достичь чистого преданного служения. And also if we have the desire to get impersonal liberation, in other words, to enter, merge into the spiritual effulgence, then that is also not, does not qualify us for devotional service. И также, если у нас есть желание слияния с Господом, слияние с безличным аспектом Господа, то это также лишает нас квалификации заниматься чистым преданным служением. So we have to get rid of these material desires in order to take up properly the mood of devotional service. Таким образом, мы должны избавиться от этих материальных желаний, чтобы обрести должное умонастроение преданного служения. And Rupa Goswami says, devotional service is available for everyone without any distinction. It doesn't matter what your background is. И Рупа Госвами говорит, что преданное служение доступно всем, вне зависимости от положения, в котором вы находитесь. Hmm. Someone may have been very sinful in the past. It said every sinner has a future. И кто-то может быть был очень грешным в своем прошлом. И говорится, что у каждого грешника есть будущее. And every devotee has a past. Someone may be a nice devotee now, but you don't know what he was like in the past. А у каждого преданного есть прошлое. Быть может, он является преданным сейчас, но мы не знаем, что он, кем он был и что делал в прошлом. We know there's many people. You know, before we come to Krishna consciousness, we have very many bad habits, and we're very sinful. But when we come to Krishna consciousness is so powerful, just changes us. И до того, как мы пришли в сознание Кришны, у нас было очень много плохих привычек, мы были очень греховны, но после того, как мы вступили на этот путь, сознание Кришны изменило нас. And there are many examples. We know, like Magrari, the hunter. Narada Muni met him, and he was very cruel to animals. He was trapped them and leave them to suffer in the traps, to die a painful death. But Narada Muni made him a devotee. И мы знаем историю охотника Мригари, который встретил Нараду Муни. Охотник Мригари был очень жесток по отношению к животным, и он ловил их в силки и оставлял их там мучиться до смерти. And after he became a devotee, he wouldn't even kill little insects on the path. Но после того, как он стал преданным, он не убивал даже самое маленькое насекомое, которое встречалось на его пути. And Haridas Thakur, he converted a woman who was like a prostitute. She had come to seduce him, but he made her into a devotee. И Харидас Такур, он превратил блудницу, которая пришла соблазнить его, он превратил ее в преданную. And when she became a devotee, she gave up everything and she became very renounced, and she would just sit and chant Hare Krishna beside the Tulsi tree. И когда она стала преданной, она бросила всю свою прежнюю жизнь, стала очень отреченной и стала повторять святые имена рядом с деревом Тулси. So this is the nature of devotional service, that it can act on anyone and everyone. И такова природа преданного служения. Оно имеет свое воздействие на все и на всех. And if we do devotional service, not trying to get anything for ourselves, then that is the right mode. That we don't want to get any material benefit. Если мы занимаемся преданным служением, не пытаясь получить что-то взамен, без желания какой-либо материальной выгоды, то это
самое верное настроение. And nothing material can stop us from doing devotional service. И ничто материальное не может остановить нас в нашем преданном служении. Someone may say, "Oh no, my karma is not good. I'm not able to sit and chant. My karma doesn't allow me to be a devotee." It's not true. Кто-то может сказать, ну, моя карма настолько тяжелая, что она не позволяет мне сесть и воспевать и повторять святое имя. Но это неправда. As soon as we take up, as soon as we begin to chant the holy name, as soon as we do devotional service, our karma is all changed. Это неправда, поскольку как только мы начинаем повторять святое имя, как только мы начинаем заниматься преданным служением, вся наша карма меняется. Everything just changes. It's just so devotional service. It's just so powerful that it wipes clean, takes away all the material, all the past, all the reactions of our past activities, all removed by a little bit devotion. И преданное служение настолько могущественно, что оно устраняет все последствия наших греховных поступков в прошлом. Just like here in Mayapur, in the winter time here now, that in the morning, early morning, there will be a mist which comes off the river Ganga. И сейчас в зимнее время здесь в Майяпуре с Ганги идет туман. But as soon as the sun comes up, when the sun comes up, then the mist is all removed. Но как только восходит солнце, весь туман исчезает. So the same way, all of our material problems, all the handicaps which we have in material life, they're all removed by devotional service. И подобным же образом все наши материальные проблемы и все те вещи, все поступки, которые мы совершали в материальной жизни, они все исчезают, как только мы начинаем заниматься преданным служением. But devotional service must be unmotivated, and it should be uninterrupted. Means it should be continuous. Но при этом преданное служение должно быть не мотивировано и непрерывным. Оно должно продолжаться постоянно. In other words, we want to constantly be thinking of devotion to Krishna. Другими словами, мы должны постоянно думать о преданности Кришне. Doesn't mean everybody has to become a full-time devotee, but whatever you do, think of it, try to do it in Krishna consciousness. Это не значит, что каждый должен стать преданным на 24 часа в сутки, но тем не менее, что бы вы ни делали, старайтесь делать это в сознании Кришны. Right? You're at home, you clean your house, you cook, you do all these things for Krishna. You have a child, you take care of your child because your child is a part of Krishna. Вы находитесь дома, вы убираете или что-то моете, полы чистите. Делайте это для Кришны. У вас есть ребенок, вы о нем заботитесь. Помните о том, что ребенок — это частичка Кришны. So we have to keep spiritual vision. We have to see everything in relation to Krishna. Мы должны сохранять это духовное видение. Мы должны поддерживать в себе понимание, что все связано с Господом. And we have to think that Krishna's put me in this situation. This is Krishna's arrangement. He's put me in this. He's given me this family. He's given me this husband, or he's given me this child, or he's given me this place to work. It's all Krishna's arrangement, and just surrender and be a devotee. И мы должны понимать, что все, что та ситуация, в которой я нахожусь, все устраивает Господь. Он устраивает, он дает мне семью, он дает мне такого мужа, такого ребенка или такую работу. Это все устроено самим Господом. Okay, so we'll stop here today. И сегодня мы здесь остановимся. We'll ask if there's any questions. Есть ли какие-либо вопросы?
можно вопрос? Да. Хари Кришна Гуру Махарадж, благодарю вас за лекцию. Примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Это Анастасия с Владивостока. Хари Кришна Гуру Махарадж. My humble obeisances. It's Анастасия from Владивосток. Анастасия. It's Анастасия. 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 Oh, very nice to hear from you. I've been thinking about you a lot recently because a long time I did not hear from you. Лена Мировна, пожалуйста, выключите микрофон. Да, я тоже очень рада, что я смогла присоединиться к группе. We are happy to just join this group. У меня хорошее настроение сейчас. И был уход Шрилы Прабхупады. Мы вместе с мужем смотрели последний урок, вот этот вот фильм. It was the Srila Prabhupada disappearance day, and I and my husband, we just watched this film, last lesson about Srila Prabhupada. И мне хотелось бы, может быть, вы немножко тоже скажете о Шриле Прабхупаде. По-моему, вы были в этот момент, когда Шрила Прабхупада уходил, оставлял этот мир. Would you please tell us a little bit about Srila Prabhupada? Have you been there when Srila Prabhupada just left this world? Да, и у меня вопрос был, как стать атмаратмой? И как уже здесь и сейчас чувствовать радость в служении и в слушании о Кришне? And question is how to become Atmarama and how to feel this happiness from serving to Krishna. Well, first, you don't want to become Atmarama. You just simply want to become devotee. И первое, не нужно хотеть стать Атмарамой, нужно просто хотеть стать преданным. There's no need to become Atmarama. Just go and become a good devotee. В этом нет никакой необходимости становиться Атмарамой, просто нужно стать хорошим преданным. One who is a good devotee is much on a much better, higher level than the Atmarama. Тот, кто является хорошим преданным, находится на более высоком уровне, чем Атмарама. So we just become a good devotee by engaging in Krishna conscious activities. Ну просто станьте хорошим преданным, занимаясь деятельностью в сознании Кришны. And Srila Prabhupada wanted that all of us would have a better life by Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы все мы имели лучшую жизнь в сознании Кришны, с помощью сознания Кришны. And he wanted that the Krishna consciousness movement would continue after he departed from the world. И он хотел, чтобы движение сознания Кришны продолжало свое существование после его ухода из этого мира. So he encouraged all of us to follow the teachings and to read his books carefully. И он хотел, чтобы все мы следовали его наставлениям и внимательно читали его книги. And to work together with each other. And what? To work together cooperatively. И сотрудничали, работали друг с другом вместе. And to organize the activities of the society nicely, so that the society can develop. И самым лучшим образом организовывали деятельность общества, чтобы оно могло развиваться. So often, when a society is begun,
that, you know, when the founder is present, the society may be very successful and many people take interest. But often, after the founder departs from the world, then the society goes down and not much interest and not much activity. Обычно, когда основатель движения еще жив, то общество очень хорошо, очень сильно развивается, но когда основатель уходит, очень часто общество сворачивает свою деятельность и становится не слишком активным. So Srila Prabhupada knew he was leaving the world, so he wanted, before he left, he asked all of us to try to work together to keep the society healthy and try at least to maintain everything and if possible even try to expand. И когда Шрила Прабхупада знал, что он уходит, и поэтому он просил нас сотрудничать друг с другом, чтобы как минимум дать обществу продолжать, чтобы оно продолжало жить, и как минимум поддерживать то, что уже существует, и в лучшем случае попытаться развить это. And he told us, don't change any of the rules or keep the principles, keep the standards which he had set. И он сказал нам, не изменяйте правила, не изменяйте те стандарты, на которые я вам дал. So I'm very glad to hear that you were watching the film of Srila Prabhupada and you celebrated Prabhupada's Disappearance Day Festival. Я очень рад, что вы смотрели фильм о Шриле Прабхупаде и отмечали день ухода, день его ухода. Да, этот фильм произвел на меня впечатление. Я первый раз смотрела уход Шриле Прабхупаде. И у нас в храме проводили тоже пуджу, церемонию. Также получилось участвовать в празднике на Холм Каварсхан. Получилось служение выполнять, несмотря на то, что наш храм сейчас закрыт на пандемию. Yeah, this just this film made an impression on me, and it was very, very great. And we took part in Gavardhana Puja during the Gavardhana Festival, inspired as our temple just closed. Because of this virus. Vladivostok so, temple? Yes. Mm. Oh, it's bad there in Vladivostok, huh? What? Quite bad, many cases. В Владивостоке как с вирусом все тяжко. Преданные переболели, прям коронавирусом. Поэтому пока храм на карантине, и торт раздавали в таких коробочках, почти 400 человек, больше даже получило вот этот вот торт с Говардханом. Just because some devotees get this virus, so the temple was closed, but anyway, Govardhan cake, just they gave it to the more than 400 devotees in some boxes. Just was like this. 400, wow, a lot of people. Yeah. Да. Благодарю вас за ответ. Мои поклоны. Thank you for your answer. Please accept my best wishes. Hare Krishna. Very happy to hear from you. Очень рад вас слышать. Hare Krishna. Сейчас лекции сказали, что Кришну можно постичь через преданность. Можете сказать, пожалуйста, что такое преданность для нас и что мы должны постичь Кришне? Как это на практике проявляется? Как это для нас должно проявляться в практике? Спасибо. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances.
Guru Maharaj, you said that Krishna can be understood through devotion. Can you please explain what does it mean? What does devotion mean for us? And what should we understand in Krishna? What should we understand in Krishna? How should it manifest in practice for us? So, devotion. Krishna can be understood by devotion, and devotion means the feeling of love from the heart, that we genuinely want to love and to serve Krishna. И постичь Кришну можно через преданное служение, а преданное служение означает чувство любви в сердце, с которым мы служим Кришне. And we manifest this devotion to Krishna by service and surrender. И мы проявляем эту любовь к Кришне благодаря служению и преданию. Surrender to Krishna means accepting everything favorable for devotional service, particularly like hearing and chanting and association with devotees. И предаться Господу – это значит принимать все, что благоприятно для преданного служения, особенно слушание, воспевание, общение с преданными. And we have to give up all the things which are not favorable for devotional service, you know, specifically intoxication and gambling and meat eating and illicit sex. И мы должны отбросить все вещи, которые неблагоприятны для преданного служения, особенно интоксикация, азартные игры, незаконный секс, мясоедение. And we have to know Krishna is going to protect us. We depend on Krishna for protection, and we depend on Krishna to maintain us also. И мы знаем, что Кришна защитит нас. Мы зависим от Кришны, который защищает нас и поддерживает. We cannot do anything on our own, but we take shelter of Krishna. Мы ничего не можем делать сами, но мы берем прибежище у Кришны, ищем прибежище у Кришны. Everything is Krishna's energy, everything belongs to Krishna, and so we just want to be a servant of Krishna. Все является энергией Кришны, и все принадлежит Кришне, и мы просто являемся Его слугами. And we should have no desire other than Krishna's desire. У нас не должно быть других желаний, кроме желаний Кришны. We should always be humble, consider ourselves very small and insignificant. И мы всегда должны себя всегда должны быть смиренными, считая себя маленькими и незначительными. This will keep us always in good Krishna consciousness. И это позволит нам всегда находиться в хорошем сознании Кришны. This is the mood we have to develop devotion. И это таково именно настроение, в котором мы должны развивать свою преданность. So, it takes some time for us to develop this consciousness. И чтобы развить это сознание, необходимо какое-то время. We have to keep practicing. We say practice, just like when your child was growing up, they learned to walk. Take some practice. Мы просто должны постоянно практиковаться, подобно тому, когда ребенок растет и учится ходить. Ему для этого просто нужна практика. So in the same way, we are also children. We're growing up in our spiritual life. It takes some time to develop our Krishna consciousness. И мы подобны детям в нашей духовной жизни, и нам нужно некоторое время, чтобы вырасти в сознании Кришны. But Krishna consciousness is in our heart, is within us. It's naturally there. It just takes some time.
Но сознание Кришны находится внутри нас, и оно постоянно находится там, и нам нужно просто некоторое время, чтобы развить его. So we have to be patient and we have to be confident. Нам просто следует набраться терпения. Prabhupada gives the example. He said, just like when the young girl gets married, then she immediately wants a child. But of course, she cannot immediately get a child. It's going to take some time. Это как Шрила Прабхупада приводил пример, когда девушка выходит замуж, она тут же хочет ребенка, но для того, чтобы ребенок появился, необходимо какое-то время. But if she surrenders to her husband, then certainly, and if she's healthy, then there will be conception, there will be the child. Но если девушка здоровая, у нее есть муж, то несомненно ребенок появится. So in the same way, our Krishna consciousness will develop. You have to have confidence, you have to be patient, and keep your enthusiasm. И подобным же образом разовьется, появится наше преданное служение, наше сознание Кришны. Просто необходима уверенность, необходимо терпение, и просто продолжайте поддерживать свой энтузиазм. Sometimes we're very enthusiastic in the beginning, but then after some time we lose our enthusiasm. Иногда мы очень энтузиастичны в самом начале, но спустя некоторое время мы теряем этот энтузиазм. So you have to keep up the enthusiasm, you have to keep it going. Поэтому вы должны стараться поддерживать этот энтузиазм. Don't become despondent, don't think, oh, it's not working, I'm not progressing. You have to keep going, you have to keep trying. Не отчаивайтесь, не думайте, о, это не работает, это не получается, просто продолжайте свои попытки. So, patience, we say, is very important. At the same time, you don't want to be too patient. We're so patient that we don't try, we don't endeavor. It's good to have some desire that I want to get Krishna consciousness. You don't want to be too patient, but at the same time, you can't be too pushy. Ну, не будьте слишком терпеливыми. Иногда, конечно, у нас есть какие-то желания, и нам иногда нужно себя подталкивать. So, enthusiasm is more important than patience. Энтузиазм более важен, чем терпение. But enthusiasm means endeavoring for Krishna consciousness with intelligence. Энтузиазм значит желание сознания Кришны с применением разума. Sometimes people become enthusiastic, but they become reckless and careless, and they do things in a wrong manner and upset people. Иногда люди настолько энтузиастичны в сознании Кришны, что они начинают вести себя неправильно и огорчают людей. So you have to be careful. Поэтому ведите себя осторожно. Okay. Hare Krishna. Next question? Yeah. Матаджи Марина, следующий вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде, это Марина из города Санья. Скажите, пожалуйста, как развить настроение служения и что такое позиция ученика? Большое спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. It's Marina from Sanya. Please tell us how to develop the mood of service and what is the position of a disciple. Thank you very much.
How to develop the mood of service? Well, the mood of service is to take the instructions of the spiritual, of the master. One who is the master, he will give instructions, and the mood of the servant is to take up that order of the master and try best to carry it out for the pleasure of the master. И развивать настроение служения – это значит выполнять наставления духовного учителя. То есть, когда он дает вам свои наставления, вы должны придерживаться их и притворять в жизнь. And what's the second part? What is the position of a disciple? Well, the position of the disciple is to accept the discipline given by the spiritual teacher. И позиция, положение ученика – это значит поддерживать ту дисциплину, которую дает духовный учитель. Just like the spiritual teacher says, chant 16 rounds, that's the spiritual discipline. Spiritual teacher says, no gambling, no meat eating, no intoxication, no illicit sex, like that. This is the discipline of the spiritual teacher. Например, духовный учитель говорит вам, читайте 16 кругов, и такова дисциплина, которую дает вам духовный учитель. Духовный учитель говорит, не занимайтесь незаконным сексом, азартными играми, не ешьте мясо. И это также является духовной дисциплиной. So there are two phases. There's the yam and the niyam, just like in Ashtanga yoga. The first two limbs of Ashtanga yoga are yama and niyama. Yama means the things you don't do, and the niyama means the things you do. Это также как есть ступени в йоге, да, яма и ниама. Яма это те вещи, которые вы не должны делать, а ниама это то, что вы должны делать. You don't do intoxication, gambling, meat eating, illicit sex. But you do chanting Hare Krishna, and you can do sex if you want to have a child. That is religious. И что не нужно делать, это интоксикация, несоединение, азартные игры, незаконный секс. И что вы должны делать, это повторять Хари Кришна. Вы также можете заниматься сексом ради зачатия ребенка. Это религиозная деятельность. Your husband wants sex, so have a child. Если муж хочет интимных отношений, пожалуйста, для того, чтобы зачать ребенка. And you can have more children and more children. Вы можете иметь больше, вы можете иметь много детей таким образом. You're Russian, you're not Chinese. In China, they have limit, but Russians, they can have more children, no problem. Вы русские, у вас нет с этим проблем. У китайцев на деторождение существует лимит, а у вас нет. Поэтому тут проблем нету. So we need nice children, Krishna conscious children. They are the future of our movement. Нам нужны хорошие дети, дети, сознающие Кришну, они будущее нашего движения. So the duty of the disciple is to serve the order of the spiritual master. Таким образом, обязанностью ученика является исполнять приказы его духовного учителя. That means, and the spiritual master is not only the initiating spiritual master. Spiritual masters come in many forms, and the main spiritual master, the prominent spiritual master is the founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И духовный учитель это не только тот, кто дал инициацию, а также и другие духовные учителя. И самым важным духовным учителем является для нас Бхактивиданта Свами Прабхупада. So you want to connect yourself very strongly, very closely to Srila Prabhupada by hearing his lectures, by reading his books.
И вы должны очень тесно связать себя со Шрилой Прабхупадой через слушание его лекций и чтение его книг. And listen to Prabhupada's kirtans, Prabhupada's chanting. It's all very powerful, very pure, and very spiritual. И также очень могущественным, очень чистым и очень духовным является слушание киртанов Шрилы Прабхупады, а также тех записей, где он воспевает Святое Имя. So if you hold on to Srila Prabhupada and think of him as your spiritual master, then this is very good, this is very healthy condition. Если вы держитесь за Шрилу Прабхупаду и думаете о нем как о своем духовном учителе, то это очень хорошо, это очень здоровое духовное состояние. Then you want to always be in a member of ISKCON and to always associate with ISKCON devotees. И тогда вы всегда будете хотеть быть членом ISKCON и общаться с преданным ISKCON. Okay. Is that all right? Вас удовлетворяет это? Кришна, да, спасибо большое, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Yes, thank you very much, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Next question? Yes. Браджарани Матаджи, ваш вопрос. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как происходит духовный рост до отношения Галоки на планетах Вайкунхи? Джива должна будет снова прийти в материальный мир или прямо на планетах Вайкунхи идет обучение? Спасибо. How spiritual growth takes place on the Vaikuntha planets before devotee just related to the relationships of Galoka? Will Jiva have to come back to the material world, or is such education going on the Vaikuntha planets? So in the Vaikuntha planets, the Lord of Vaikuntha is there, and the devotees are all there. So there's spiritual association. They have the opportunity to be with the Lord of Vaikuntha and to hear him and to observe him and to serve him. На планетах Вайкунтхи есть сам Господь и есть преданные, и у них всегда есть возможность видеть его, служить ему. So it may happen that a devotee may have entered into Vaikuntha, but his nature may be to be more attracted to Lord Krishna. И возможно случится такое, что преданный попал на планету Вайкунтхи, но его природа быть больше рядом с Господом Кришной. Before coming to Vaikuntha, he may have had the opportunity to worship Lord Krishna in Vrindavan. И прежде чем попасть на Вайкунтху, возможно, у них была возможность поклоняться Господу Кришне во Вриндаване. He had actually gone to Vrindavan and he'd seen the deities in Vrindavan and he meditated also on Krishna in Vrindavan, Krishna playing the flute, Krishna with the gopis. This was all in his meditation. И возможно, он такой преданный прибыл во Вриндаван и видел божества Кришны, медитировал на Кришну, медитировал на то, как он играет на флейте. Это все было в его медитации. And he may have had some experience with Krishna in his meditations, that, you know, Krishna may have met with him like that. He may have joined the pastimes of Krishna. So he's attracted to Krishna. He has a natural attraction to Krishna. И, возможно, в своих медитациях он встречался с Кришной и как-то наблюдал игры Кришны. Таким образом, он развил естественную привязанность к Кришне. But when he goes to Vaikuntha, he doesn't feel the same
pleasure or the same relationship with the Lord of Vaikuntha. Но когда он попадает на Вайкунтху, он не чувствует удовлетворения от тех же чувств, он не испытывает с Господом Вайкунтхи. Although the Lord of Vaikuntha also looks like Krishna, and he's not different from Krishna, he's the same, Vishnu, Krishna, they're the same, but you know, they're very attractive, very pleasing, speak very nicely. But still, the Lord of Vaikuntha is different from Krishna in Vrindavan. И хотя Господь Вайкунтхи не отличен от Господа Кришны, он выглядит абсолютно точно так же, он очень красиво говорит, он приятно выглядит, но тем не менее, Господь Вишну не отличен от Господа Кришны, но тем не менее, у Господа Кришны и Господа Вайкунтхи разное настроение, он отличен от Кришны во Вриндаване. So he sees Krishna in Vaikuntha, but it's not quite, it's not so satisfying or so pleasing as the Krishna he saw before in Vrindavan. И таким образом Кришна смотрит, преданный смотрит на Господа Вайкунтхи, но это не удовлетворяет его так, как созерцание Господа Кришны во Вриндаване. So a devotee thinks how to actually, he thinks something, there must be something higher, he will learn that there's somewhere higher than Vaikuntha. Just like in the Brihad Bhagavatamrita, it describes how Gop Kumar was a cowherd boy from Govardhan, and he came to Vaikuntha. Возможно, у него настроение более высокое, чем то, которое есть на Вайкунтхе, как описывается в Брихад Бхагаватамрите, как Гоп Кумар, мальчик-пастушок с Вриндавана попал на Вайкунтху. So while he was in Vaikuntha, he liked it, but he didn't get the same opportunity to have the relationship with the Lord like he had in his meditation, when he was meditating on Krishna. И он попал на Вайкунтху, и она ему нравилась, но у него не было ощущения тех отношений, которые у него была возможность иметь, когда он медитировал на Кришне. So then he learned that there's a place higher than Vaikuntha, and that was Ayodhya. And then from Ayodhya, he learned there's another place called Dwarka. И на Вайкунтхе он узнал, что есть место более высокое, которое называется Айодхья. И на Айодхье он узнал, что выше есть еще Дварака. So he went to Ayodhya and he met the devotees there and he met Lord Rama. Он отправился на Айодхью и встретил там преданных, встретил Господа Раму. And then from Lord Rama, he went to see Lord Krishna in Dwarka. От Господа Рамы он отправился в Дварку, чтобы увидеть Господа Кришну. And when he's in Dwarka, because he's a cowherd boy, so he has a flute with him, and he's dressed as a cowherd boy. So all the people in Dwarka, they know he's a cowherd boy. He's from Vrindavan. И когда он появился в Двараке, он выглядел как мальчик-пастушок. На нем была одежда пастуха, и при нем была флейта. И таким образом все жители Двараки знали, что он пастушок из Вриндавана. So when he met Krishna in Dwarka, и когда к нему пришли все эти эмоции, связанные с Вриндаваном, он попросил его рассказать о Вриндаване. So Krishna in Dwarka, he is also thinking about Vrindavan and feeling separation from Vrindavan. И Кришна в Двараке также думает о Вриндаване, чувствует разлуку с ним. So in this way, you would want to go to Vrindavan to see the people in Vrindavan. И таким образом, вы хотите отправиться во Вриндаван и увидеть жителей Вриндавана. But to go into Vrindavan, to go there, you have to develop
pure love for Krishna. Но чтобы отправиться во Вриндаван, мы должны развить чистую любовь к Кришне. You have to develop the highest love for Krishna. Вы должны развить высшую любовь к Кришне. Otherwise, you're not qualified. В противном случае у вас нет квалификации. So, the cowherd boys, how did they get to become cowherd boys with Krishna? They did pious activities for many lifetimes. И как же пастушки стали пастушками, которые получили возможность быть рядом с Кришной? Они совершали благочестивые поступки на протяжении многих жизней. But Lord Chaitanya has come, and he's made it very easy for everyone. Very quickly you can get the highest mercy. Но пришел Господь Чайтанья и сделал это все это общедоступным. То есть таким образом вы можете получить эту высшую милость очень быстро. Do sankirtan, chant the holy name, preach the glories of the Lord, and in this way you become qualified. Занимайтесь санкиртаном, воспевайте имена Господа, проповедуйте славу Господа, и таким образом вы станете квалифицированными для этого. Hare Krishna. Yes, another question? Yes, Александр, ваш вопрос. Hare Krishna, ваше святейшество, скажите, какое ваше мнение? Я вот задавал вопросы на лекции сегодня, воскресной утренней лекции по Шримад-Бхагаватам, когда, ну, главный вопрос сводился к тому, что есть стандарт духовного развития, который диктуется шастрами, но нет квалификации, чтобы действовать по этому стандарту. И как в этом случае быть? И Ачюта Прабху сказал, что в этом вы должны обратиться к духовному учителю, и он вам скажет, как в соответствии с вашей квалификацией постепенно развиваться и двигаться к этому, как бы, стандарту. А у меня вопрос такой: если нет квалификации принять духовного учителя, то что делать? То есть какое ваше отношение к институту наставничества? Должны ли они помогать прийти к духовному учителю, либо этот институт, он уже действует только тогда, когда квалификация будущего преданного, она уже достигла того, что он принял духовного учителя, и уже наставники, они его постепенно на месте ведут, помогают духовному учителю. There is a standard of spiritual development which written in Shastras, but we have no qualification to follow it. What should we do in this case? If we, when I just ask this question on our Sunday lecture last time, there were the answer that you should go to the spiritual master and take shelter of the spiritual master, and he will tell you what to do. But what should we do if we even have no qualification to accept a spiritual master? Mentors should do this. What would you command? Well, mentor is not different from the spiritual master. He's the representative of the spiritual master. Наставник, он не отличен от духовного учителя, он является его представителем. You have to consider who is available to approach. If a spiritual master is available, that you can approach him. If there's no spiritual master present, then you can approach a mentor. И вы должны понять, кто более доступен. Если доступен духовный учитель, то вы должны обратиться к нему. Если больше доступен наставник, то обратитесь к наставнику.
But it's important to hear and to get instruction from some spiritual authority. Но очень важно получать наставление от какого-то духовного лидера, духовного авторитета. You say you're not qualified to approach a spiritual master, but the process of approaching the spiritual master is, first of all, submission, that you have to fall down in front of the spiritual teacher. И вы сказали, что у вас нет квалификации принять духовного учителя, но у вас должно быть как минимум послушание, чтобы принимать его наставления. The idea of falling down in front of the spiritual master is to exhibit humility and to give up our pride and false ego and to show him that you've come to hear from him and to take guidance from him. И идея в том, что когда мы кланяемся перед духовным учителем, это то, что мы проявляем свое смирение, в том, что мы готовы избавиться от гордости, от ложного эго и готовы слушать то, что он говорит, и следовать этому. And then you have to inquire. You have to put questions from him. И вы также должны задавать ему вопросы. Just like Sanatana Goswami came before Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Sanatana Goswami asked Lord Chaitanya, who am I? Why am I suffering? Why the material misery? Why am I having so many problems with the material miseries of life? И это подобно тому, как Санатана Госвами пришел к Господу Чайтанье и начал спрашивать его, кто я, почему я страдаю, почему у меня так много проблем с материальной жизнью. So you have to inquire about the absolute truth, you have to be willing to hear, and then you should be willing also to do some service for, on behalf of the teacher or the devotee, the guru. То есть у вас должны быть вопросы, у вас должно быть жгучее желание слушать ответы на них, у вас также должно быть очень большое желание следовать follow the teachings, yeah? Yeah. И также следовать, большое желание следовать наставлениям гуру или учителя, авторитета какого-то. Yeah, if you can do some service for the spiritual teacher, then that's very beneficial for you. Если вы выполните какое-то служение для духовного учителя, это будет большим благом для вас. Sometimes, you know, maybe the teacher is going out of the door, so you open the door for him. Okay, you're doing service for him. Например, если духовный учитель выходит или входит куда-то, вы можете открыть для него двери, таким образом вы выполняете для него служение. He may ask you to help him to do something. You can, if you help him, then that is service for him. И, допустим, он может вас попросить что-то сделать для него, помочь ему. Если вы это делаете, то таким образом вы выполняете служение для него. So service to the devotees is very, very important. It helps us to develop more taste for devotional service. Служение преданным очень-очень важно. Оно помогает развить нам вкус к духовному, к преданному служению. Mm-hmm. Is it clear? На этот момент понятен. Я правильно понял, что если нет квалификации принять духовного учителя, то должна быть хотя бы квалификация слушать его наставления и выполнять. Ну, конечно, вот непонятно, если нет отношений как ученик и учитель, то тоже вот не совсем понятно. И второй вопрос. Получается, институт... Прабу, можно по частям, потому что я очень сложно запомнить все. Am I understand correctly, if I have no qualification to accept a spiritual master, so I still should
approach spiritual master and hear from him and just follow his instructions. Yes, right. How it should, how it can be such a situation if we have no such relationships as spiritual master and disciple? Yeah, you don't have a relationship yet. But first you have to come and develop, cultivate the relationship. Relationships have to begin. That's the beginning. You come and hear and inquire. Да, у вас в самом начале может не быть отношений учителя и ученика, но тем не менее, чтобы развить эти отношения, вы должны с чего-то начать, и вы должны начать задавать вопросы. First, you have to become convinced that this person can help you. Первое, вы должны быть убеждены, что этот человек сможет помочь вам. Sometimes people don't know what is a spiritual master. They don't know how to recognize a spiritual master. They have no knowledge about the qualification of a teacher. Иногда люди не знают, кто является духовным учителем, у них нет знаний, понятия, кто духовный учитель. So it should not just be a blind follower that we accept, oh, someone is a teacher and you don't know why, but everybody says he's a teacher, so I accept him as a teacher. You have to be convinced yourself. То есть не нужно быть слепым последователем, что если вам кто-то сказал, вот это учитель, и вы верите, о да, это учитель, вы должны убедиться в этом сами. And so when you hear, gradually your doubts are removed, and you develop more faith and confidence and trust in what he's saying. И обычно, когда вы слушаете, все ваши сомнения улетучиваются, и вы развиваете доверие, развиваете веру в его слова. Then gradually you can start to think of him as your teacher, as your guide. Then, and eventually, one day you may even go on to become his disciple. И постепенно вы развиваете в себе, развиваете в себе веру в то, что он является духовным учителем, и постепенно однажды вы можете даже стать его учеником. So you don't just come immediately and say, I want you to be my guru, I want to be your disciple, and you never met him before. That's not the process. Не стоит приходить к духовному учителю и говорить, вы мой гуру, я ваш ученик, когда вы его ни разу до этого не видели. Это не является правильным процессом. But you understand you need a teacher, you need a guide, you need somebody to tell you what to do and what not to do. You're looking for someone to help you. В самом начале вы ищете того, кто может помочь вам, кто будет говорить вам, что вам следует делать, а что делать не следует. So then you come and you hear and you begin the process. И потом вы приходите и начинаете слушать. Таким образом вы запускаете процесс. So faith is the beginning, a little faith, a little desire, serious desire to understand the absolute truth. И началом является хотя бы небольшая вера и серьезное желание понять абсолютную истину. So the teacher can guide you, can show you the correct path. И тогда учитель может вести вас и показать вам правильный путь. And when you follow the teachings, you should experience how what he's saying is true. И когда вы следуете наставлениям, вы получаете опыт, все, что говорит этот человек, является правдой. All right. Хорошо. Спасибо большое. Вы вот, получается, представили вот эту вот подготовительную часть. А институт наставничества, как я услышал из ваших слов, что он помогает духовному учителю. То есть, получается, до того, как человек начал развивать отношения с духовным учителем, институт наставничества не работает, и человек как бы сам рукопашно со своими всеми там проблемами, анархами пытается как бы встать на этот путь и начать с отношений с духовным учителем.
То есть наставничество подключается уже потом, как помощь, если духовный учитель недоступен. Я правильно понял? And what about the mentoring institute when we have no relationships with a spiritual master, then we just by ourselves need to struggle with our faults and so on. And am I understand correctly that the mentoring institute just mentoring institute connect to this process after after the devotee begins his relationships with the spiritual master? Yes, can be like that. Да, может быть и так. Someone has to represent the spiritual master, some devotee, any devotee who is practicing Krishna consciousness, they can guide you and prepare you to meet the spiritual teachers. Да, кто-то должен представлять духовного учителя, и если тот преданный, который занимается духовной практикой, он может подготовить вас к тому, чтобы встретить духовного учителя. And the person who's guiding you, the mentors, they're also like gurus. They're also like spiritual teachers. They're giving you instruction. И те люди, которые, те, которые ведут вас, они также являются для вас духовными учителями, поскольку они дают вам наставления. There are different kinds of spiritual teachers. One is the one who gives initiation, someone else gives instruction, someone else shows you the path in the beginning. Есть разные виды духовных учителей. Например, тот, кто дает инициацию, тот, кто дает наставление, тот, кто указывает вам путь в самом начале. So you should respect all of these people like spiritual teacher. Поэтому вы должны уважать всех этих людей так же, как духовного учителя. So when you have proper respect for all of them, Krishna will help you to find your real teacher who can guide you back home, back to Godhead. И когда вы выражаете всем этим людям должное почтение, то Кришна устраивает все таким образом, что у вас появляется возможность встретить духовного учителя, который вернет вас в духовный мир. All right. Yeah, are there any more questions? Yes, there is a question from chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Вопрос: в чем смысл смены юг? Для чего Кришна так устроил, что в человеческом обществе происходит постепенная деградация? Если в Трета-югу люди делятся на сословия, значит уже в Сати-югу Прамахамса постепенно попадает под влияние гун. А что же их не устраивает в совершенной жизни? Спасибо, все слава Шри Прабхупаде. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble businesses. What is the point of changing the yugas? Why did Krishna arrange for the gradual degradation of human society? If in Treta Yuga people are divided into classes, then in Satya Yuga the Paramahamsas gradually fall under the influence of gunas. What is wrong with their perfect life? Thank you. Well, it's the nature of time that everything degrades. This is the material world. We're not in the spiritual world. We're in the material world. In the material world, everything deteriorates and degrades. The qualities of people also degrade. Такова природа материального мира, она отлична от природы духовного мира, и в материальном мире все постепенно деградирует, так же как и деградирует качество людей. So Satya Yuga people were all Paramahansas, they started off very good, but gradually there's a decline. И в Сатья Югу все люди были Парамахамсами, они вели себя очень достойно, но постепенно они падали.
And the deterioration goes on until we come to the Kali Yuga, and at the end of Kali Yuga, then the whole thing, you know, everything is finished, and then they have to begin Satya Yuga again. И постепенно деградация набирала обороты, и таким образом мы подошли к Кали-юге, но затем после Кали-юги снова начинается Сати-юга. So this is the nature of the material world. That things, that everything comes into existence and remains for some time and then goes away, deteriorates. И такова природа материального мира. Что-то начинает свое существование, какое-то время продолжает существовать, и затем уходит. And the Lord comes, he gives transcendental knowledge, but in course of time the knowledge is lost, and the Lord has to come again and give the knowledge again. А Господь приходит, чтобы дать трансцендентные знания, но с течением времени эти знания утрачиваются, и Он приходит снова, чтобы дать эти знания еще раз. It's the nature, material world, like that. Такова природа материального мира. Any other question? Раджирани Матаджи, вас вопрос, ваш вопрос. Ведь Гуру Махарадж сказал про слияние с Брахманом, да, что у преданных может быть такое желание. Вот вопрос, у людей Запада может быть желание слиться с Брахманом? Мы не получали такого знания, такой философии слияния с Брахманом в детстве. Как оно может у нас быть? Или может быть оно как-то может появиться в нас в день и в мыслях? Guru Maharaj, can the Western people have the desire to merge in Brahman? We didn't receive such knowledge as a philosophy about merging in Brahman in childhood. How we can achieve it, or can it somehow manifest itself in us, in our behavior, in our thoughts? Yes, it can. Simply by hearing about it, you hear about the Brahman. You hear about the possibility of merging into the oneness. It happens a lot. People become frustrated with material existence and they think, what's beyond? There must be something else, some other where to go, and they think about this merging or entering into this oneness. Это знание может, это все, эти желания могут проявиться в нас только потому, что мы начинаем об этом слушать. Люди, это может произойти очень просто. Люди разочаровываются в материальной жизни, и они начинают искать, а что же стоит за ней, что же стоит выше этого, и тогда они приходят к этому пониманию, что выше этого есть слияние с Брахманом. There's a lot of books, a lot of Mayavadis have written their books, and they all write about the merging and entering into the oneness. They talk about as the rivers flow into the ocean, become one with the sea, we should become one with the ocean. Есть множество книг, которые написали Майавади, которых они описывают слияние с Брахманом, подобное тому, как реки вливаются в океан. So it's certainly possible. Поэтому, конечно же, такое возможно. Impersonalism is much more commonly understood than the personal philosophy. The philosophy we present is not much understood, but impersonalism is what most people think of. Имперсонализм – это та философия, которую люди больше всего понимают. Философию, которую даем мы, не столь понятна людям, как имперсонализм. People want to become God. Люди хотят стать Богом. They couldn't enjoy the material world. They think, I will enjoy the spiritual world. I'll become God. I'll become one with the Supreme. I'll become God. Я не думаю, если я не могу наслаждаться материальным миром, то я смогу наслаждаться миром духовным, и таким образом я стану единым с Богом. Я стану Богом. All right. Хорошо.
хорошо? We can finish here. Any more questions? No more questions. All right. Very good. So we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Thank you very much for your questions, for all your participation. Всем спасибо большое за ваши вопросы. Very glad to have all your association this morning. Очень был рад сегодня со всеми вами пообщаться сегодня утром. So please have a good week. Remember, we're still in the month of Damodar. Try to sing Damodar prayers every day and offer a ghee lamp. И помните, что все еще идет месяц Картика. Старайтесь петь молитву Дамодаре каждый день и предлагать лампаду на ги. Get the mercy of Lord Damodar. Чтобы получить милость Господа Дамодара. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai. Okay. Thank you, Tatyana. Hare Krishna.